Приветствую всех, с вами Светлана Быкова, международный инструктор MFC Club. Сегодня наш разговор пойдет с вами о системе вознаграждения для активных участников клуба. Как вы уже, наверное, видели, есть пассивная составляющая в клубе и есть пассивная плюс активная. Именно второй вариант мы и разберем. Итак, есть три вида вознаграждений. Реферальный бонус, бинарный бонус и матчинг-бонус. Все начисленные вам бонусы будут распределяться следующим образом. 70% – это сумма, доступная к выводу. Вывод происходит на банковские счета более чем 50 банков-партнеров компании MBI. При выводе на банковский счет берется система 10% от суммы вывода. Вывод денег можно произвести путем продажи внутренней валюты MFC Club новому участнику с коэффициентом 1,2 по правилам клуба, о чем я говорила в предыдущем видео. И третий вариант – путем продажи внутренней валюты вышестоящему спонсору. Без комиссии или с комиссией, как вы уже сами договоритесь. 30% идет на реинвестицию в покупку долей. То есть вы из реинвестированных средств на покупку доли покупаете доли по курсу рынка GRC, который действует на момент получения бонуса. Ну и, конечно, чем больше вы приглашаете новых участников, тем будет больше размер ваших бонусов, соответственно, и будут больше у вас долей в MFC Club. Итак, первый бонус – реферальный. В зависимости от вашего вклада составляет от 6 до 10%. В левом столбце вы видите стоимости пакетов, проценты в среднем столбце и вознаграждение от вкладов структуры в третьем столбце. Соответственно, здесь я выделила, как вы видите, цифру 5000. Она самая интересная для того, чтобы получать максимально по плану вознаграждения. Что такое вознаграждение от вкладов структуры, я думаю, вы тоже понимаете. Это разница между уровнями купленных пакетов. Например, у вас куплен пакет на $5000, вы получаете 10%, а ваш приглашенный кого-то пригласил, и у вашего этого приглашенного, например, он зашел на $500. Соответственно, он получает 7%, а 10 минус 7 – 3% получаете вы. Бинарный бонус. Здесь маркетинг, система распределения бинарная. Когда у вас две ветки или два плеча, как говорится, и, соответственно, у каждого так ниже. И вы видите, у вас будет левое плечо и правое плечо. Бинарный бонус в зависимости от вашего вклада, то есть от суммы купленного пакета, составляет от 6 до 10%. В бинаре учитывается только 60% от суммы вкладов, то есть от фактической суммы вклада. Это 3,6 и 6%. Стоимость пакета от 100 до 35 тысяч, как обычно, в бинарном маркетинге будет учитываться PV, ваши баллы. То есть при покупке вашим приглашенным, например, пакета на $100, вам будет начислено 60 PV. 5 тысяч – это 3000 PV и так далее. Ну, идет разница между бинарными бонусами. А также есть ограничение максимально доходов в сутки. И, как вы видите, строчку с 5000 я отдельно выделила, потому что здесь бинарный бонус по сравнению с 2000 уже пошел 10. То есть это самая интересная сумма для получения дохода по бинарному бонусу. Матчинг-бонус составляет 4% от суммы бинарного бонуса, полученного участниками в вашей структуре. Для получения матчинг-бонуса вам необходимо иметь хотя бы одного лично приглашенного участника. Этот участник должен получить бинарный бонус. Вы получаете матчинг-бонус от бонусов ваших лично приглашенных участников, от бонусов приглашенных вашими лично приглашенными и так далее вниз по структуре. Рассмотрим таблицу с матчинг-бонусом. Так, он составляет 4%, но здесь все равно влияет стоимость пакета, на который вы вошли.
Потому что матчинг-бонус у вас будет идти до определенного уровня в глубину. И опять строка с 5000 у меня выделена, потому что именно с этого пакета начинается максимальное количество уровней, которые вы достаете по матчинг-бонусу. Маркетинг-план довольно простой, в нем разберется даже новичок, если просто вдумается. Итак, изучайте видеоматериалы, становитесь участником MFC Club. Вы помните, регистрация только через спонсора, это закрытый клуб. Делитесь возможностями и получайте ваши бонусы. Не забудьте посмотреть предыдущее видео, в котором рассказывалось о схеме получения постоянного дохода с одного вклада. Жмите на экран ноутбука. И тогда вы поймете, чем этот бизнес, чем ваше участие в MFC Club будет для вас выгодно. Людей, которые знают, чего они хотят в этой жизни, в плане финансов, и собираются идти к своей цели, мы приглашаем в нашу команду номер один. Посмотрев видео, не забудьте подписаться на канал, чтобы быть в курсе новостей, и поставить лайк под видео. С вами была Светлана Быкова. Всем успехов!